Рома, спасибо за подписку. Я, кстати, сегодня 4000-ный рубеж прошел. 4000 подписчиков. А, мои поздравления. Я не знаю, много это для Ютуба или немного. А ты смотрел фотки, которые я скидывал в Дискорд? Да, видел. Потом этот документ у меня появился. Угу. Все, конечно, физрук испортил. Физрук вовсе не виноват. Так, куда ты едешь? Я как обычно вниз куда-то на домике. Ну давай, я уже готов. Мне главное там пожить подольше, не сдохнуть. Может, на подлете кого-то срежем. Ого, это интересненько. Это оба мои. Да. А ближний под меня поджимается, что ли? Вроде нет. Подозрительный какой-то. Прям меня это напрягает. Но я их буду высвечивать. Если они, короче, если попал они будут... здесь в ЛТ-шку. Мой. Мой. Вот этот. Рома, стрим где-то до 3 по Москве. Это как бы стандартно в моем случае. Ты 67. Угу. Да веду его, но он. Если подсветится, кину. Подсветится, если стрельнет. Конечно, домик мешает, этот дурацкий. Ну ладно. В принципе, не сильно мешает. У них две ЛТ-хи на одном холме. Даже не разделились вместе просто. А, они взводные. Шкоди, можешь дать Шкоди? Это моя. Вот это просто вообще. Я так вообще не умею. Как ты это делаешь, я не понимаю. Это не я, это алгоритм. Да, алгоритм, у тебя каждый день по несколько пробитий. У меня такой раз в месяц бывает. Рома, тоже проблема с компьютером. Я вот, кто меня давно смотрит, знает, что у меня игра на арте началась именно с проблемы компьютера. Что компьютера не было нормального. И ЛТ добил. Угу. Свечусь. У них Т-67, короче, уже переехал, он стоит вот приблизительно. У меня есть мысль поехать его высветить. Сведешься туда? Или ты будешь потяжем? Ну, подожди немножко. Ну ты говори там, что как, я могу, в принципе, не ехать еще. У меня просто сзади ПТХи есть, которые могут прикрыть. Так, 15 секунд, я туда на тебя сведем. Угу. Сейчас я этого Вольверина обновлю. Шесть секунд. Я бы не успею уже. АФКшный танк я попробую его продамажить тогда. Подожди, нет, сначала я шотную. Ты пока разбирайся с этими. Я шотного не добил. Ну давай, жду твои глушки. 7 секунд. Давай, я жду, я жду, я жду. Полетело. Все. Теперь я буду спускаться, а то тут... Хотя, особо, зачем мне спускаться? Я же кобой сейчас смогу. Давай. А тут второй, ну, сколько у него хп было? А он у него 6 хп, он вообще на вообще на рядышке. Ну давай, я сам могу. Ориентируюсь на Т-67. И он, давай, походу, давай, в твою сторону пошел. Смотри, шотного я добираю сам туда. Угу.
Это же затем, когда ты будешь кидать. Я в засвете. А, Нимба. Да. Все мои ожидания испортил. Почему такая прицельная стрельба, я не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, мне плохо сейчас будет. Я, кстати, того, кто светил, тебя застрелил. Да спасибо, вот пока я сдох уже. Это все так левша, блин. Если бы он мне этот выстрел не дал, я сейчас бы этого совсем легко убил, бы до арты добоехал, бы их забрал. Ой, прям так и хочется вот на него взять и кинуть спортивку с черного списка. Вот просто. На кого? Да на левшу. Что все мне испоганил. 1200 хп мог забрать, сейчас мы еще из-за него и боль сольем. В полном ходу он закинул 400 с кучей критов. Естественно, остался шот, но 167 меня просто добрал. Да, если у нас 167 сдохнет, любые расклады потом возможны. Да он не сдох. Вообще. Я прям огорчен максимально. Сейчас поеду на перехват. Даже если его левша заберет просто. Ну или вот так. Вот теперь будет самое интересное. Война моторов. Да. Такое очень редко бывает. Шансы вообще, если смотреть объективно, плюс-минус равные. Но у нас, наверное, чуть побольше будет. Ну, во-первых, у них... Сейчас это самое, малыш, попробую, посмотрю. Может, имеет смысл действительно перезапустить. Но ты думаешь, это АБС-ку надо перезапустить? Как бы мне по-хитрому выехать? Через куст, через вот этот вот. А у тебя ж трубы нет, да, на этой арте? Ты не сможешь посветить. Нормально, все ртухи. Большой риск был промахнуться. Главное, чтобы них на один никто не успел уехать. Они сейчас пришлют. Ты еще можешь воина взять. Я думаю, тут слева от меня стоит арта. Реально, не может быть и справа. Ну вот левша мне кидала из А0. Угу, вижу. Подожди, кто его светанул-то, я не понял. Я не понял, как внутри засветился. Хорош, воин. 6 врагов. А у меня 666 урона. Если бы левша еще показал, откуда стреляют. Но он показывает оттуда. Да, ну не будем заниматься херней. Да мы все равно бы этот бой не слили. Ты мог бы попробовать. Как бы левша на захвате, у него очень хороший обзор. Ты мог бы поехать просто и подсветить. Если вдруг он тебя заберет, то его левша доберет. По твоему засвету. Что-то решил, что у нас левша нормально. Ротмистер, здорово. Ай-яй-яй.
Давай тараном. Эпично. На. Одного фрага дровелика не хватило. Да что тут, наверное, тоже мастера дадут, а может и нет. Да, конечно, в шоке. Я уже вообще очень-очень давно не видел, чтобы арта так много фрагов делала. Прям фартит. Так, сейчас я посмотрю. Так, мастер, 2500, 2200 и там что-то еще 300, короче. Так, друзья, товарищи, сейчас попробую перезапуститься. Говорят, у меня там какие-то проблемы.